Приветствую всех подписчиков канала Серый Кот. Это видео можно назвать дополнением к тому стриму, который я провел 21 июля 2019 года с центральной площади в Светлогорске, где люди протестуют против работы китайского завода беленой целлюлозы. Хотелось бы сразу поблагодарить телеграм-канал Баста и Хартию 97 за то, что они опубликовали ссылки на стрим, и большее количество людей увидело, что происходит в Светлогорске. Мало для молодежи мест, куда можно сходить, парк хотя бы был бы какой-нибудь. Единственная проблема — это больница. Все. У меня главная проблема — больница. А что с ним не так? Внимания там такого никакого нету. Прижил, полежал 20 дней, никаких тебе спросит, говорит, что-то болит, они тебе ноль внимания. Вот это проблема. И готовят как свиньям. Свиньи то не жрут, что там. А, то есть невнимательное вот отношение к пациентам? Нет. Не все. Я лежала, мне нормально было. Ну вот знаете, где-то, вот я лежала на втором этаже терапевтом. Такая есть Маргарита Ивановна, она вообще гордая, не очень-то и разговаривает. Спроси у нее, она ответит грубо. Вот это я знаю. Больше сказала, умирать буду, да не пойду в эту больницу. Что хуже всего? Врачи, что лечили лучше. Да, врачи, чтобы обращали внимание на нас стариков и на молодых. Не хотят вообще внимание уделять. Придешь, лишь бы что-то выпишут, а вы что? Пришла с ногами к врачу. Я говорю, доктор милый, послушайте мне внимательно. Вот у меня ноги болят, я говорю, вот так. Она меня выписывала от головы, чтобы расширить головные сосуды в голове. И от старости, чтобы взбодрить старость. Что вы не знаете, сколько вам лет? Вы же знаете, какой у вас возраст. Ну и все. Вот такие. А вы не думаете, что вот это может быть связано с экологической ситуацией в городе и с вот строительством завода этого целлюлозного? Они нас спрашивают, завод этот поставили. Мало что тут ЦБЗ стоит, химзавод стоит, и поставили этот завод. Вредности сколько? Люди умирают. Они нас спрашивают. Поглядите, какая умираемость какая идет от этого завода. Побольше мусора убирать. А что я вам могу еще сказать? То есть проблема с вывозом мусора, да? Плохо убирают? Да. Вот что нам надо делать. То есть дороги, да? Дороги, да? Да, конечно. Главное. Дороги. Смотрите. А как... может, вы бы хотели ответить что? На вопрос? Ну, на этот же. Это надо 2 часа. Просто кратко. То есть какая проблема? Название ее перечислить. То есть что? Дороги плохие, да? Главное. Дороги во дворах. И ответы, честно говоря, оказались неудивительными.